Значит, день рождения Пушкина, мы будем говорить о самом его задушевном создании. Белинский называл таким созданием Евгения Онегина, но известно, что все-таки Пушкин выше всего ценил «Медного всадника», где на самом маленьком, пожалуй, предельно сжатом пространстве ему удалось высказать главные мысли о природе русской государственности. Вот о чем, о том, в чем заключается пророческий месседж Пушкина и о том, как нам быть при перспективе очередного наводнения, мы будем говорить в его день рождения.